Жасулан Абдыкалыков родом из Кустанайской области. Он учился музыке в Казахстане, Германии и России, выступал с концертами в Европе. В итоге карьерный путь привел Жасулана в Санкт-Петербург, где он работает в Мариинском театре. Сейчас музыкант набрался достаточно опыта и знаний, чтобы поделиться ими с коллегами. По приглашению своего друга и однокурсника Марата Закирьянова Жасулан приехал в Северо-Казахстанскую областную филармонию. Задача трубача – поделиться теми техниками и наработками игре на духовых инструментах, которым он научился в немецкой музыкальной школе. По словам Жасулана, сравнивать уровень музыкантов из Азии и Европы нельзя. Если сравнить, это то же самое, если бы немцы приехали бы учиться на домбре, естественно, они будут учиться у казахов. И как бы мы в роли как бы учимся их традициями, игре на духовых, особенно медных инструментах. И естественно, для нас это как носители, да, этого языка, можно сказать. И мы равняемся на них. Для нашего города, для нашей публики и для нас, музыкантов, это, конечно, большое событие. Во-первых, для самих музыкантов, потому что человек приезжает со знаниями, в первую очередь, а знание – это сила, да, для нас. Для публики, да, к сожалению, в Петропавловске у нас зритель, мое мнение, опять же, не приучен к классической музыке. Может быть, очень мало людей, это взрослое поколение. Наша цель и задача, наверное, приучить молодежь слушать классическую музыку, потому что это же воспитание целого общества.